Сколько раз можно говорить? Ну, не любовница, а женщина для исполнения опасных сексуальных трюков. Интересное выражение, ребята. Всем здорово, Саныч на связи. А ну-ка, пока я не забыл, давайте сразу пишите в комментариях. Что в вашем понимании есть любовница? Почему именно женщина для выполнения каких-то опасных интимных трюков? А что, жена не может быть партнерши, так скажем, в интимных отношениях, чтобы что-нибудь опасно сделать, там, потрахаться на чертовом коллекции на самом верху, да, или на подоконнике с открытым окном, да, или она имеет в виду именно тот адреналин, когда ты совокупляешься с женатым мужчиной, да, там, где-нибудь там на видном месте, как бы, или, ну, типа, страх, что вас заловят, типа, заподозрят, да, возможно, вот это вот. Ну, такое себе скажу, не совсем это и экстрим, как бы, да, многие шифруются, хрен их раскусишь, и годами гуляют они, похрену, да, я это не одобряю, но тем не менее, вот, так что я не знаю, права ли здесь чаечка или нет, вот, пишите свое мнение.